Приволжским районным судом Казани вынесен приговор в отношении группы, состоявшей из 12 человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность» и части 2 статьи 173 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Это незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица». В июне 2017 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан были задержаны жители Казани, подозреваемые в организации и активном участии в группе, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Члены группы открывали в банках Республики расчетные счета для подконтрольных юридических лиц, производили снятие наличных денежных средств с их счетов. Другие члены группы обеспечивали общий бухгалтерский учет, администрирование платежей, подготовку первичных бухгалтерских документов. Остальные участники отвечали за подбор клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, регистрирование юридических лиц, управление расчетными счетами подконтрольных им фирм, обналичивание и инкассирование денежных средств. Таким образом, сотрудники подразделения экономической безопасности установили, что с января 2015 по май 2017 года руководители и участники группы, не имея соответствующей регистрации и специального разрешения на проведение банковских операций, производили незаконные банковские операции с денежными средствами, поступившими на расчетные счета некоторых фирм. Обвиняемые получали вознаграждение в размере не менее 2% от каждой незаконной банковской операции. В ходе обысков у обвиняемых сотрудники подразделения экономической безопасности изъяли носители информации в электронном виде, черновую бухгалтерию, банковские пластиковые карты, денежные средства, также аппараты для счета денежных средств, ключи для системы банк-клиент, смартфоны, ноутбуки, флеш-накопители и около 70 печатей фирм. В данном офисном помещении, расположенном по адресу 108 по улице Павлюхина, будет производиться обыск. Кабинет чай. Ищи. Люку телефона. Свидетельство. Учение Титана. Девяносто второго года. Учредительные и регистрационные документы фирм. Эдуарда. Работник Эдуарда. Платежные поручения. Агрофрейд там есть? Здесь есть. Все есть. Вот платежные поручения. Телефоны, флеш-карты. Очень много телефонов. Да. Сим-карты, возможно. Пин-коды от банковских карт. Да. Обратите внимание, в столе изъято пакет флешек. Это электронные ключи системы банк-клиент. Банковские карты вот на стол раскладываем, ну, чтобы наглядно визуально было видно. Интересно. Печати организации ЕРИДА могу сложить сейчас. БРИК. С наименованием фирм.
Гермес. На. С той стороны, с другой стороны, с противоположной стороны, с торца под угла. То есть это было втором ящике. Третий ящик. Пустой. Инструкции. Вот денежные средства. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть по 500, нет. Три. Купить главное не надо, что нет сейфа. Сто. То есть, третья пачка, 100 экземпляров. 100 экземпляров по 5000-500 тысяч. Пойдем, товарищ Пинты. Товарищ Пинты. Вот печати, вы видите, да? Видите. Вот документы. Документы. Мы сейчас их в коробке запечатаем, ваше присутствие. Упакуем и увезем.